В соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год на общевойсковом полигоне с танковыми экипажами азербайджанской армии были проведены занятия по боевой подготовке. Танковые экипажи успешно выполнили задачи по уничтожению цели условного противника, а также противотанковых средств с места и с движения после преодоления минных полей, естественных и искусственных препятствий. В ходе мероприятия основное внимание уделялось боеготовности танковых подразделений и совершенствованию индивидуальных навыков экипажей. We'll be right back.